музее первого президента Казахстана открылась выставка. В экспозицию вошли уникальные архивные материалы, раскрывающие историческую роль лидера нации. Выставка получила название «Исторический выбор. Созидание». Она посвящена дню первого президента страны. На представленных зрителям уникальных фотоснимках показано, как строилась государственность Казахстана, как избирался президент. В числе экспозиции архивные документы, рассказывающие о создании Ассамблеи народа Казахстана, о работе над Конституцией нашей страны. Помимо этого, выставка расскажет о таких важных этапах становления государства, как отказ Казахстана от ядерного оружия, обретение государственных символов, переходе к национальной валюте и появление идеи о создании Евразийского союза. Выставка из музейных фондов открывает серию мероприятий, посвященных Дню первого президента. Она продлится до 30 января 2015 года. Сегодня, посещая эту выставку, смотришь на фотографии. Это достоверные факты. Всегда восхищаешься, волнуешься, вспоминаешь эти трудные, но в то же время для нас, для тех, кто был рядом главой государства, это были прекрасные годы.